девочки и мальчики. У меня что, у нас Димаш в аэропорту в Мексике поет? Вы меня убедите, вот прям мне кажется, это Димаш. А я в аэропорту в Мексике. Ну что, я не знаю, я стою и прям в шоке. Неужели Димаш поет в Мексике? Мне кажется, это он. Ну кто? Ты слышишь? Голосит. Голосит прям. Неужто я тут нашего парня слышу? Надо же. Казахстан уже, как знаешь, наш считается, потому что я в Мексике. Вот. Надо же. Везде поется, во всех колонах. Ну точно, Димаш. Он то громко поет, то медленно, вот в этих, вот там поет. Или в этих.